2300 новых светоточек появятся в 2018 году в Севастополе. Еще 800 ламп планируют заменить на уже установленных опорах уличного освещения. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства правительства Севастополя Михаил Тарасов. По его словам, затраты на модернизацию уличного освещения в 2018 году не превысят 300 миллионов рублей. Эту программу начали реализовывать с конца прошлого года. За последний месяц 2017 года, за декабрь, свыше 200 светоточек установили, 5000 километров СИПа смонтировали, 80 опор установили новых. И эти темпы мы на сегодня не сбавляем. В этом году уже начали работать уже по улицам, как удаленным на наших территориях, так и в городе, например, улице Парковой. Михаил Тарасов уточнил, особое внимание уделят освещению социально значимых объектов, особенно детских садов и школ. Также займутся детскими и спортивными площадками, которые власти города установили во дворах по программе благоустройства. Модернизируют и опоры освещения улично-дорожной сети Севастополя. Мы идем по общественным пространствам, мы идем по безопасности дорожного движения, и мы отрабатываем именно территории комфортного проживания и безопасности на территориях многоквартирной жилой застройки. Но также не забываем про удаленные застройки уже индивидуальными домами, то есть это тоже те улицы, которые требуют внимания.